Поэтому в свое время мы определились с определенными поставщиками, с которыми работаем по сей день. Кроме того, мы исследуем рынок, следим за ним, и новинки, которые появляются на рынке, стараются здесь, в Украине, внедрять, и не только в Украине, да, и применять эти технологии. Мы старейшие, скажем так, наших партнеров является компания Aquaterra. Компания Aquaterra находится в Германии, производство полностью в Германии, и представителем этой компании по производству трубопроводных систем в Украине является фирма Aquaterra Украина, которая совместно с нами сегодня, собственно, и проводит этот семинар. А партнерами, в общем-то, являются у нас в основном это проектировщики, вот, то есть в вашем лице, прежде всего, города Львова, Зиновий Степанович Бакунов. Сегодня мы попробуем ознакомиться с самой программой расчетной. Данная программа рассчитывает отопление, водоснабжение, теплопотери. Единственное, что теплопотери она считает по европейским нормам. Мы возьмем только одну часть, это отопление. Все, что входит, все модули в эту программу по разделу отопления мы сегодня рассмотрим. А нам уже просто надо наружная стена готова. 2,8 коэффициент. Да. Вот можно вот здесь вот. Можно. То есть можно без этой, но я как бы хочу показать все возможности программы. Да. Сначала, да, периметр у нас будет тогда 5 на 10, 15, плюс 15, 30 метров.